Добрый день, уважаемые телезрители. Наконец-то пришла весна. У нас в гостях украинская группа Mad Heads. Посмотрим, что это за ребята. Они сейчас вам расскажут, настолько ли они хороши собой, насколько они хороши собой в клипах. Представьтесь, пожалуйста. Привет, Воронеж. Вот мы и здесь. Меня зовут Вадим. Это действительно группа Mad Heads. Но мы не будем рассказывать, насколько мы хороши. Я надеюсь, что те, кому посчастливится попасть на концерт, они составят собственное мнение по этому поводу. Ну, первый вопрос. Почему вы сюда приехали? Чей проект? Я не знаю, как это на самом деле случилось, но так мне показалось, что это была инициатива группы Propellers, то есть, что они приняли наиболее деятельное участие в организации этой акции «Рок-н-ролл без границ». Ну и, наверное, благодаря также спонсорам «Тульскому пиву» она смогла состояться. Вот. А мы приехали просто потому, что вот как бы это действительно рок-н-ролл, который без границ, который кочует по всему земному шару, и вот сегодня мы попали в Воронеж таким образом. А в Киеве всегда был рок-н-ролл, и по сей день он существует, на концерты ходят люди, все нормально с этим. Единственная ли Mad Heads, единственная ли группа, которая играет в стиле рокобили в Киеве? Нет, мы не единственные. Там еще в нашем городе есть еще несколько групп, но мы, пожалуй, не буду хвастаться, но так оно и есть, мы самая лучшая из них. Ну, мы играем, само собой, классики немножко, но в основном пишет песни Вадим. Вот, он приносит песни, мы ее там аранжируем, рассматриваем, одобряем и в широкий свет. Хорошо, Вадим, признавайся, значит, вот у меня есть такой вопрос, я всем почему-то музыкантам задаю. Как пишутся песни? Вот ты там сидишь или идешь по улице, прям раз пошли строчки, или же? Бывает по-разному. Бывает, что по улице пошли строчки, действительно. Бывает, что они еще куда-то пошли или откуда-то пришли. То есть у меня нет рецепта, каждый раз по-разному. Бывает, я просто сижу с гитарой, и тут она появляется. Бывает, что я сижу или не сижу, и не с гитарой, она просто появляется, потом реализовывается. Бывает, что она долго вот как бы рождается и видоизменяется. На репетиции, в частности, мы доводим ее до ума. То есть очень трудно сказать, как это получается, на самом деле. Я играю на контрабасе. Вот, а в музыку группы Mad Heads привношу ритм. Для групп подобного толка, как бы контрабас это является проклятием. Так его он самый большой, его много таскать. У вас такие проблемы бывают? Он оправдывает себя просто, это все это таскание контрабаса. То есть я бы сказал, что он это палка о двух концах, такая большая басовая палка, и она имеет два конца. Потому что с одной стороны сильно его тяжело таскать, но с другой стороны он дает принципиально другой саунд, вот тот, которого не дает бас-гитара. И поскольку бас-гитару уже давно эксплуатируют рок-музыканты, то контрабас в этом плане немножко, у него есть еще вот возможность его попробовать. Тем более, что мы как бы не ретро-группа, мы не стремимся воссоздать саунд 50-х годов. То есть мы играем сегодня, в самом конце 20 века, вот уже начинается 21-й, мы в него смело шагаем, и та музыка, которую мы играем, она современная. Поэтому вот очень интересно послушать, как звучит современный рок-н-ролльный контрабас. Это первый наш визит в Воронеж, но не первый в России. Мы уже дважды выступали в Москве и дважды были в Санкт-Петербурге. Ну, кроме того, мы выступали на финском фестивале рок-н-ролльном большом, юбилейном в прошлом году. Наш компакт вышел в Германии. И следующий, насколько я понимаю, тоже выйдет этим летом в Германии. Вот как бы мы являемся живым доказательством того, что рок-н-ролл жив.